Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Это видео делаю для тех, кто уже находится в США в легальном неиммиграционном статусе. Это могут быть люди по неиммиграционным визам или те, кто подал на убежище в США, получили разрешение на работу и ожидают, когда их вызовут на интервью. Вы знаете, что мы делаем также очень много рабочей иммиграции. Иммиграция в США на основании трудоустройства, программа EB-3. Для этой программы прежде всего требуется наличие американского работодателя, у которого есть вакансия, который готов принять на работу иностранного гражданина и спонсировать его на иммиграцию. Часто к нам люди обращаются с вопросами, их эта программа интересует, но у них нет работодателя такого. Поэтому у нас сейчас есть ряд вакансий для таких людей. Это работа в отелях и ресторанах. Требуется много людей, но которые уже в США с правом на работу. В отель требуются люди по уборке комнат, также которые будут работать на кухне при отеле, посудомойщики и повара. Уборка комнат и посудомойщики, зарплата $14 в час, повара $16 в час. Уборка комнат, посудомойщики, знание английского языка не требуется. Требуется, может быть, базовое какое-то знание, только чтобы человек понимал инструкции, что ему говорят. Повара на кухне требуется знание английского языка. Если вам интересно, высылайте свои резюме на наш email info@icmlaw.com. Также наш email указан на нашем канале YouTube, на всех наших страницах в соцмедии. Присылайте свои резюме, мы эти резюме будем передавать работодателю. С людьми, которые заинтересуют, с ними уже напрямую или мы свяжемся, или работодатель напрямую свяжется, назначит интервью. Интересуетесь иммиграцией в США? Подписывайтесь на наш телеграм-канал для получения актуальной, своевременной и, главное, полезной информации.